Ну что ж, всем большой привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и я рад вас приветствовать на продолжении прохождения Mass Effect. Слушай, давайте приступать потихонечку, я думаю, что вы не против, я тоже, поэтому поехали. Как вы помните, мы приземлились на довольно интересную планету, которую вы еще не успели рассмотреть из-за того, что я собственно говоря, болтал со всем экипажем. Сейчас я это немножко продолжу делать, естественно, диалоги — это важная часть Mass Effect, поэтому все-таки выслушивать их периодически придется. Как видите, плюс гулять по кораблю, вы можете найти некоторые полезные вещи. Ну или изучить те или иные моменты, например, такие как стазис-камера, ну и узнать, собственно, что же такое стазис-камера. Кстати, если помните, Андерсон, это бывший командир судна, в прошлый раз обитал вот здесь. Теперь, насколько мне не изменяет память, это, собственно, наша личная каюта. Вот такие вот дела. Кстати, потом корабль, по-моему, будет немножко перестроен. Хотя я могу и ошибаться. Вам что-нибудь нужно, капитан? Пытаюсь понять настрой команды. Есть что сказать? Хватит мне тратить ваше время, капитан. С личными беседами еще успеется. Что вы думаете о последней миссии? Вряд ли мы могли сделать больше, чем сделали. По крайней мере, не попав на Eden Prime раньше. А мы там оказались быстрее, чем смог бы любой другой корабль Альянса. Поговорим в другой раз, лейтенант. Как-то вот так вот с ним общение обычно протекает. Знаете, я, кстати, вот заметил, что, несмотря на все про все, у меня довольно... тихие звуки диалогов, и я, к сожалению, это никак не могу изменить. Это прям печально. Да, в принципе, сохранить. Ладно, ладно, ладно. Значит, не получится, скорее всего, изменить это, но ничего страшного. Давайте поговорим, собственно, с доктором. Да, капитан, вам что-нибудь нужно? Как вы оказались на флоте Альянса? Пошла на службу сразу после хотела... Так, прошу прощения. Но чтобы вы не думали, что ошибка. Но в работе с солдат. До свидания, капитан. Собственно, с ней мы уже разговаривали. Больше, по-моему, она нам уже окончательно ничего нового не скажет, поэтому здесь уже бесполезное общение. Единственное, кого-то у меня еще в команде, по-моему, не хватает, с кем я мог бы пообщаться. Или я уже просто чего-то не помню. Ладно, давайте тогда я сделаю то, что я хотел еще в прошлой серии. Это выйти уже на саму планету, приземлиться вниз. Это можно сделать несколькими способами. Либо с основной карты, соответственно. Либо, если мне не изменяет память, через выход уже на самом транспорте. Хотя я могу ошибаться на самом деле. По-моему, это так уже не работает. Или это будет во второй части. Вот у нас, собственно, все шкафчики, которые мы можем изменить. Вы их тоже видели, по-моему, в прошлой части, опять-таки. Поэтому, по идее, ничего нового здесь не увидите. Так, здесь талия. И больше здесь, в принципе, никого нет. Хорошо, ясно. Окей, тогда это значит, только с карты основной можно выйти. Поэтому пойдем именно туда. Как-то все печально выглядит без освещения. Страшна у нас героиня без него. Чтобы выйти на карту, нам, естественно, нужно подняться на первый этаж, так сказать. И уже с него как-то взаимодействовать с самой картой. И я думаю, что сложности у нас не возникнет. Здесь никого нету? С кем попрощаться? Нет, вроде нет никого. Ну, значит, поехали. Итак, напоминаю, что мы на Феросе, и наша основная задача, собственно, выйти. А, я совсем забыл, я немножко идиот, приземлиться мы действительно можем только тут, а вот выходить как раз нам нужно в прямом смысле. То есть сейчас я объясню, в чем шутка юмора. Ну, я думаю, что вы и сами поняли, у нас есть стыковочный шлюз, через который мы и выйдем с вами наружу. Выбираем, естественно, команду, которая будет у нас... составом. Это, естественно, будет Гарус вместе с Рексом. Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Отлично.
Итак, что же нас здесь ждет? Нас ждет какой-то человек. Давид, надо с ним поговорить. Что же он нам скажет? Мы видели ваш корабль. Файдань хочет поговорить с вами немедленно. Кто такой Файдань? Наш лидер. Ему нужна ваша помощь в подготовке обороны. Гетто снова нападут. Пожалуйста, вверх по лестнице за грузовым судном. Это называется «твою же мать». Так. Давай. Это слабые кеты. Поэтому с ними особых проблем возникнуть не должно, но... Тем не менее, знаете... Гетто солдаты довольно неприхотливы. Ну и действительно, проблем с ними, как правило, не возникает. Но вот все, кто помощнее обычных солдатов, могут дать нам отпоры довольно нехилые, я вам скажу. Особенно вот эти гетто-штурмовики так вообще отжигают иногда. Ну вот, благо у нас действует отравление, которое помогает довольно нехило. Ну, коррозия, точнее, вот это. Которая помогает довольно нехило справляться со всеми противниками, даже если они куда-то спрятались. Итак, мы видим какой-то новый тип гетов, который до этого не видели. Но особо большой и сильной проблемы они нам, естественно, не предоставляют. Ну, то есть, да, они довольно быстро перемещаются, но... Это все легко и просто. Кстати говоря, это одна из... Проверь, безопасно ли там. Самых интересных миссий. Если я там встречу гетов. Ты что, отказываешься идти? Нет, я пойду. Я пойду. Ну, и? Почему ты не идешь? Рад видеть, солдат. Колонисты скоро совсем отчаются. Как себе местечко-то? Ну, согласен. Если даже мы не умрем от жажды, то уж гетты точно нас перебьют. Ладно. Как бедная женщина может работать, когда вокруг такая стрельба? Ну, как-то может. Так, давайте попробуем все-таки повзаимодействовать с кем-нибудь. Боюсь, что гетты погубят нас всех. Возможно, нам это удастся. Возможно, нет. Но попробовать повзаимодействовать с людьми определенно надо. Давайте посмотрим, есть ли здесь что-нибудь. Нет, к сожалению, здесь ничего полезного мы не найдем. Иначе будем искать в других местах. А, основная задача — убить здесь всю опасность, я так понимаю, и просто спокойно продолжить жить дальше. Я не знаю, как пользоваться оружием. Если придется, бей прикладом. Только не дай гетам пройти. Логично. Нельзя пускать гетов в центр колонии. Тоже довольно логично, в принципе. Так, ладно, на самом деле у нас восклицательный знак находится вот там. Это значит, что мы можем им помочь, самую малость. Чем, собственно, надо заняться, как бы, поэтому такое. Ладно, ладно, ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Капитан, я рад, что нам наконец-то выслали помощь. Но вы немного запоздали, не так ли? Арселия? Извините, капитан. Нервы у всех на пределе. Берегись! Где ты в башне? Защищайте центр колонии! Ты без проблем. Ауч. Так, где-то снайпер нафиг. Ау. Ну, по-моему, неплохо пока справляемся. Надо продвигаться чуть подальше.
Я не хочу умирать! Пожалуйста, не дайте мне умереть! Оу. Как-то получилось так, что Гарус у нас умер довольно быстро. Минус еще один. Ну давай, выходи. Отлично. Все. Больше гетов. Где больше гетов? Давайте, сообщайте мне, друзья мои. Вот, Рекс, ты мне совсем не мешаешь, конечно, танцуя над моей головой. Еще и мелкие эти датчики, разведчики. Тот момент, когда тебя просто зафигарили гребаные разведчики. Замечательно. А последнее сохранение у нас было хрен знает когда, когда мы только вышли с этого корабля. А нет, последнее сохранение было чуть раньше, чем я думал. Просто нафиг вас, ребят, серьезно. Я сейчас вас быстро разберу. Чтобы вы мне не успели ни хрена нагадить. Так. Пожалуйста, офигенно, он щит поставил, просто шикарно. Тот момент, когда щит защищает больше меня, чем его. Обожаю за это, ребят. Так, ладно, давайте здесь сохранимся по-бырому. Так. Ну попади ты в гетто уже, ёпрасоте. Отлично, минус. В общем-то, проще говоря, как я понял, тупо не попадайте под разные выстрелы этих гадов, и тогда все будет хорошо. Ну и стрелять, соответственно, такими короткими очередями, насколько это тоже, соответственно, возможно. Так, где-то солдат еще остался один. Еще один. Так, там, по-моему, у нас громила вышел. Да, вот, разрушитель. Так, стоп. Тут тебя убили? Серьезно? Боже, вы еще живы? Сколько у вас здесь вообще, ребят? Так, пройдемся, обойдем его. Почему дробовик не выносит его с первого раза? Теперь сообщим об этом Файданю и можем двигаться туда, где засели гетты. Лучше поехать туда на вездеходе. Куда поехать на вездеходе? Или ты имеешь в виду впоследствии поехать на вездеходе? Ой. Гарус вечно не знает, о чем говорит. Ладно.
Давайте сообщим действительно Файданию о том, что произошло, что мы со всеми разобрались. Башня в безопасности. Спасибо вам, капитан. Я рада, что колония в безопасности. Ценю вашу заботу. И, разумеется, вашу помощь в борьбе с гетами. Их наступление приостановлено. Но они вернутся. Они всегда возвращаются. Помогите мне найти то, зачем охотятся геты, и я помогу вам избавиться от них. Непонятно, что им нужно. Они просто напали на нас. Сами мы о них ничего не знаем. Основная их база в штаб-квартире Экзогени. Самое лучшее место для поисков ответов на ваши вопросы. Что такое Экзогени? Это компания, в которой большинство из нас работало до нападения. Она основала эту колонию. Аэрошоссе идет как раз до Экзогени. Пропустить это место невозможно. Да уж. Но путь преграждает целая армия гетов. Вот так. Я и не надеялась, что будет легко. Если вы продолжите уничтожать гетов с тем же успехом, у колонии появится шанс. Что вы можете сказать об оборонительных сооружениях гетов? Подробностей я не знаю. Но полагаю, что они укреплены лучше командного поста. Они посадили по крайней мере один корабль у Экзогени, а на аэрошоссе я видела большие танки. Следует ожидать жестокого боя. Что вам нужно, чтобы вернуться к обычной жизни? Нам нужно уничтожить гетов. В тоннелях до сих пор находятся геты. К тому же необходимо решить повседневные проблемы, такие как недостаток пищи, воды, электричества. Я не знаю точно, что именно нужно сделать. Поговорите с ответственными людьми. Как я могу решить проблему с водой? Этим вопросом занимается Мака Дойл. Если вы хотите помочь, поговорите с ней. У вас есть новости о том, что геты делают в тоннелях? Ничего нового. Скорее всего, они охраняют там передатчик, с помощью которого координируют атаки. Пока что это не критично. Но если уничтожить передатчик, то это здорово поможет нам защищаться от следующих атак. Вы говорили о том, что вам не хватает пищи. Запасами продовольствия занимается Дэвид Рейнольдс. Он расскажет вам, чем вы можете помочь. А что с электричеством для колонии? Этим вопросом занимается Мэй О'Коннелл. Она расскажет вам все подробности. Вернемся к Надежде Джу и Ферросу. Конечно, капитан. Расскажите мне о колонии. Жизнь здесь непроста. Временами жестока даже без всех этих ужасов. Министерство колонии на Земле утверждало, что мародеры здесь не появляются. А уж на гетов-то они точно не рассчитывали. Несмотря ни на что, здесь необычайно спокойно. Никогда раньше я не испытывал такого чувства. Сколько вас было до нападений? В главном поселении было почти 1000 человек. В моем более 200. Когда первая волна атаки смела наши укрепления, мы отступили к Надежде Джу. Нормандия невелика, но я бы могла вас увести отсюда. Истребители гетов не дадут нам далеко улететь. Нет, мы не уйдем. Это наш дом. Здесь такие возможности для роста, каких не встретишь на других планетах. Расскажите мне подробнее об Экзогени. Экзогени финансирует эту колонию. Без них мы бы здесь не задержались. Они специализируются в сфере колонизации. В обмен на финансовую поддержку мы работаем на них. Основная цель компании – добыча ценных артефактов и ресурсов. Правда, ничего такого здесь нет. Или есть, но мы еще не нашли. Интересно. Может, именно их ищут геты? Возможно. Ну, так мы действительно еще не нашли ничего ценного. Конечно, гетам может быть известно что-то, о чем мы еще не знаем. Я поговорю с вами, когда выясню больше. Удачи, капитан. В общем, не знаю, слышите вы или нет, но тот момент, когда твой сосед зараза, та еще причем зараза. Ладно. Так, какой наш шлем?
обычный шлем. Ну, кстати, прикольный шлем на самом деле. Давайте глянем, может, у нас появилось какое-то новое, более хорошее оружие, чем то, что у нас есть. И мой сосед наконец-то заткнется, возможно, со своей гребаной дрелью. Но, видимо, нет. Почему-то мне кажется, что это ни хрена так не будет, но окей. Он меня достал, если честно. Есть маленькое такое желание его самую малость убить. Так, тяжелая броня. Тяжелая броня. Тяжелая броня. Так, а у тебя есть что-нибудь надеть? А нет, у тебя нет ничего надеть, а у тебя есть надеть. Есть надеть, и, кстати, даже лучше, чем то, что у него было. Он будет выглядеть смешно. А нет, кстати, нормально выглядит. Я думал, это тот желтый костюмчик. Так, с этими мы поговорили. Нам осталось поговорить, соответственно, со всеми все теми. Хорошо, родная, успокойся. Все будет нормально. Болит голова. Сейчас получше. Мне просто нужно не думать о прошлом. Так вот, что я хочу сказать. Знаете, вам не показалось, что люди ведут себя здесь как-то странно? Извините мою жену. Каланта немного не в себе. Ей нужно отдохнуть и осознать, что произошло. Расскажите мне о колонии. Мне не так уж много известно. Вам лучше спросить Файданя. Почему вы не можете сказать мне, что знаете? Я просто хочу узнать немного больше о колонии. Файдань наш лидер. Кто как не он знает больше всех о колонии. Чем вы занимаетесь в колонии? Я медик. По крайней мере, с тех пор, как врач погиб. Я стараюсь сделать все возможное. Что вам известно об этой планете? То, что нам сказали в Министерстве колоний. Оказалось, что все здесь немного по-другому. Но здесь неплохо. Когда гетов победят, у нас появится возможность создать нечто стоящее. Что произошло с вашей женой? Постоянные атаки всем нам действуют на нервы. Она привыкнет. Все мы привыкли. Я могу как-то помочь ей? Нет, ей просто необходимо время. Время все принять. С ней все будет в порядке. Вы имеете представление о том, что ищут гетты? Понятия не имею, какова цель их атак. Мы хотели остаться здесь жить. Мне пора идти. Сделайте что-нибудь, чтобы прекратились эти нападения. Попробуем. Приветствую, чужеземцы. Я рада, что галактика нас не забывает. Дорогая, пожалуйста, отдохни. Тебе еще нельзя говорить. Но они должны знать. Ой. Я имею в виду, это очень важно. Да, так лучше. Я могу чем-то помочь вам? Я... Все в порядке. Мне просто нужно думать яснее. Просто небольшая боль. От прошлой атаки. Все будет хорошо. Не вижу никаких повреждений, но что-то доставляет ей боль. Пожалуйста, дайте ей отдохнуть. Ей нужен отдых. Окей, доверюсь тебе, друг мой. Хотя уверен, что с ней реально что-то не так. Но Гарус чего-то заметил, а чего понять не смог. Ладно, посмотрим дальше. Это вы отразили прошлую атаку. Они вернутся. И даже если гетты не убьют нас, мы умрем с голода. Вы что-то делаете, чтобы решить эту проблему? Мы могли бы прокормиться мясом варренов, но это слишком опасно. Вожак варренов огромный, да еще и бешеный. Невозможно охотиться, пока он жив. У меня есть корабль. Я могу доставить вам припасы с других планет. Лучше вам сосредоточить усилия на гетах. Еда нам не поможет, если они прорвут нашу оборону. Расскажите мне о надежде Джу. Колония растет. Точнее, росла. Но вы должны поговорить с Файданем. Он наш предводитель. Зачем мне говорить с Файданем? Почему вы сами не расскажете? Не хочу говорить об этом сейчас. Поговорите с Файданем. Расскажите мне о себе. Что рассказать? Я прилетел сюда с Гретой в поисках приключений и новой жизни. Не этого мы ожидали, записываясь в колонисты. Конечно, без гетов здесь куда лучше. К тому времени, как они появились, мы уже начали получать удовольствие от жизни в колонии. Расскажите мне об охоте на варренов. Охотиться невозможно.
Гетты не дают нам лишнего шагу ступить. С другой стороны, хорошо, что варены нападают на всех. Даже на этих чертовых синтетиков. Самый опасный – вожак варенов. Безумная, яростная, абсолютно непредсказуемая тварь. Мне пора идти. До встречи, капитан. Удачи. Так, что здесь есть? Естественно, ручное открытие. Отлично. Журнал грузоперевозок. В процессе дешифровки этого журнала вы обнаружили подозрительные данные. На неисследованную планету в скоплении Вояджера был отправлен двухмесячный запас продовольствия. Точных координат нет, но похоже, что груз сброшен где-то в системе Амазонки. Вот, кстати, вот именно таким образом мы можем находить большую часть квестов. Ну, то есть, напрямую мы их не найдем, а вот как-то так вполне возможно. Мне велели показать вам товар, капитан, если пожелаете. Что вы можете рассказать мне о Надежде Джу? Очаровательное место, спору нет. Хотя гетты наделали здесь переполоху. И вам тут может понравиться, если захотите остаться, капитан. Я не думал, что задержусь в одном месте надолго, но, наверное, останусь здесь. Здешние жители едва сводят концы с концами. Зачем оставаться здесь? Не могу ответить, капитан. По крайней мере, объяснить так, чтобы было понятно. Поговорите с Файданем. Может, он скажет вам то, чего не смог сказать я. Что вы можете рассказать мне о Надежде Джу? Очаровательное место, спору нет. Хотя гетты наделали здесь переполоху. И вам тут может понравиться, если захотите остаться, капитан. Я не думал, что задержусь в одном месте надолго. Стоп, но, а как я так умудрился дважды здесь сделать? А, вот запасы. Как вам удалось сохранить запасы в таком состоянии? Когда начались нападения, список моих покупателей сократился. У многих просто не было времени для покупок. Что соларианец делает в колонии людей? Этот соларианец идет туда, где есть кредиты, или шел раньше. Хорошо загруженный грузовой транспорт – неплохая инвестиция в новую колонию. Но когда я попал сюда, решил остаться. К жизни в колонии со временем привыкаешь. Как вас зовут, соларианец? Полностью меня зовут Город Второй Херонен Малдинаст Год Инаста Летра. Но люди обычно используют только фамилию и имя, так что можно звать меня просто Инаста Летра. Упс. Почему у вас такое длинное имя? Нас зовут по месту происхождения. Город Второй — это моя планета. Херонен — это страна моего клана. Малдинаст и Год — это город и район, в котором я жил. До свидания. Да, удачи. Ужас. Я думаю, что если бы меня так звали, это получилось бы, что у нас Земля, Россия, Москва и так далее, да, там потом уже с инициалами. А вы хорошо разобрались с геттами. Вы настоящие герои. Правда, мне до сих пор нужны элементы питания для генератора. Так. А если принести элементы питания с Нормандии? Пожалуй, у нас найдется парочка лишних. На вашем ультрасовременном корабле установлены совсем другие элементы. Не такие, как для этого древнего генератора. Если я найду что-нибудь пригодное, обязательно отдам вам. Спасибо, капитан. Вы очень поможете. Угу, будем надеяться, что помогу. А если не получится, ну, не знаю, попробуем что-нибудь сделать по-другому. Так, вроде бы здесь больше... А, нет, есть здесь еще, по-моему, один человек. Находится она, кстати, вот там, управление грузовым краном. Вот что-то грузовой кран здесь делает, я не помню. Вы капитан корабля, который только что приземлился. Что вам известно о колонии? Мы прибыли совсем недавно. Поначалу она казалась похожей на другие колонии. Но потом все как-то изменилось. Что вы имеете в виду? Трудно объяснить. Это как... Не могу описать. Поговорите с Файданем. Он знает колонию лучше меня. Что вы тут делаете? Я слежу за кораблем. Знаете, чтобы с ним ничего не случилось. Если что, в нем хотя бы можно укрыться от геттов. Я вижу, вы проводите какую-то диагностику. Нет, просто осматриваю корабль. Пустяки. Мне нужно вернуться к делам.
Файдань хочет получить доклад, а мне нужно идти. Я могу вам помочь. Что вы хотите обнаружить? Нет-нет, спасибо. А теперь, если позволите, мне нужно вернуться к работе. Так, стоп, здесь что-то точно не так. Почему она решила так смыться от нас? Я должна закончить работу. Сейчас не могу поговорить. Я занята. Странная она какая-то. Да вообще здесь все какие-то малоспришибленные на голову. Ладно. И почему меня все отсылают к их начальству? Черт, как-то это неправильно. А ну-ка иди сюда. Так, капитан, чем я могу вам помочь? Некоторые из колонистов ведут себя странно. Мы тесно связаны между собой, капитан. Многие потеряли своих родных и близких, друзей. Они не профессиональные солдаты. Никто не учил нас воевать. Это наш дом. На наших глазах геты уничтожали все, что нам дорого. Не судите нас строго. Хм. Я поговорю с вами, когда выясню больше. Удачи, капитан. Ну ладно, пока я тебе поверю. Благодарю вас за все, что вы сделали. Но ваше геройство меня не впечатляет, капитан. А должно впечатлять. До свидания. Я вроде и не пытаюсь выпендриться, нет? Ну ладно. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Так. Изучаем, как всегда, все и вся, что, в принципе, можем найти. Вот здесь есть, по-моему, лифт. Да. И где-то здесь, по-моему, есть как раз-таки вот эти собачки. Давайте сохранимся. И сходим к собачкам. Насколько я помню, они, по-моему, вот тут находятся. Хотя я могу ошибаться. О боже, они повсюду! Так, нет, давайте загрузимся. Я случайно убил цивилиана. Я не хочу убивать цивилиана. По-моему, ее, кстати, не убьют, если я ее не убью. Я что-то как-то это, не подумав, выстрелил. Так. О боже, они повсюду! А нет, ее не я убил. Так, долго, к сожалению, сокращается, но, в принципе, в итоге ее все равно убивают. Ладно, печально, но такое. Давайте попробуем организовать здесь что-то интересное, попробовать из тоннелей вытащить гетов. Так. Где-то там есть кучки гетов. Главное вот под вот эту большую хрень не попадать на самом деле. И все будет просто замечательно. Так, помним, что дробовик ни хрена не стреляет на дальней дистанции. Ауч. Перегрев оружия — это хреново, но... пистолеты — это то, что попадает в нужное место. Так, из-за этих гребаных щитов я не понимаю, где он. Отлично. Так. Похоже, что этот вентиль — часть большой системы. Наверное, нужно найти другие вентили. Угу. Я с тобой даже согласен, знаешь ли. Ладно, давайте сохраняться периодически. Потому что пометую я, что все-таки играю на относительно сложном уровне. На... ну, это не сильно сложный, но... тихо. Как-то я чуть-чуть присел малость. От выпада этого здоровяка.
Так, со снайпером надо быть поаккуратнее на самом деле. Ну, а этого чувака они и так добили. Так, здесь, по-моему, система как раз-таки вот тут вот. Не похоже, что вода пошла. Надо искать дальше. Сейчас найдем. Мне печалит, почему у нас Гарус такой покосанный, отравленный, печаленный. Так, здесь есть что-нибудь интересное? Нет, вроде нету. Бежим дальше. Чуть меня, кстати, не убили. Там кто-то есть. Ян Ньюстед. Кто ты такой? Вам нельзя идти туда. Что вы здесь делаете? Ничего полезного, ничего бесполезного. Нет! Так больно мне еще не было. Молодец, стараешься. Что с вами произошло? Получаю наказание от хозяина. Постоянно напоминает мне, что я еще живой. Вы здесь из-за гетов, правда? Не только вы здесь интересуетесь этими железками. Кто еще ищет гетов? Ищет не гетов, а способ избавиться от них. Они мешают... Хотят добраться до... Пойдемте. Псих плохой помощник. Я могу вам чем-то помочь? Вы хотите, чтобы я вам помогла? Помочь мне? Нет, мне никто не поможет. Лучше я погибну, сражаясь. Сражаясь с кем? Сражаюсь не в том смысле. Это как продираться через колючие кусты. Чем сильнее трепыхаешься... Время вышло. Снова начинается. Поговорите с Файданем. Попросите его... Аккуратнее. Окей. У нас сзади гости. Ну уже вылези. Получишь по щам. Давай, 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 малыш, вылезай. Ну, чувак, у тебя все равно без вариантов. Говоришь, без вариантов. Так, а куда мне ходить не следует, я так и не понял. А здесь же как-то можно найти еще один вентиль, не правда ли? А такой вопрос, где он? Мне определенно нужны эти вентиля. Карты здесь нету случаем? Нет, карты здесь есть таки. Ага. То есть раз... Раз, два, три. Так, передатчик гетов. Мне нужно вот в эту сторону еще пробежаться. Я думаю, на этом серию потом мы закончим как раз-таки. Ну, пока что вроде все хорошо. Так что... Я думаю, что проблем у нас возникнуть, по идее, не должно. Гетов, правда, там внутри будет довольно много, но как-нибудь справимся. А, так, вот сюда вот мне надо пройти. Видимо. Видимо, невидимо. И вот нас уже ждут. Гетовские снайперы. Отлично. Новый уровень. Кстати, давайте, пока есть возможность, почему бы там не прокачать. У нас есть 4 очка. И мы можем... Сука. Бесит. Так. Устрашение, солдат. Мне бы в идеале солдата бы еще прокачать побольше, но такое. Хорошо, единство, все дела. Сволочь задрал сверлить. Так. Отлично. По 5 единиц в секунду, в принципе, мне хватает.
Это жестковатый дрон, вам не кажется? Так, ладно. Оу! Минус. Рекс, оживай. Рекс. Ясно, понятно, моя команда, как всегда, в попе. Что? Кроган солдат? Что эти-то тут забыли? Они какие-то малость бессмертные. Самую малость. Ой. Тихо. Пока вы залагали, ребят, я лучше с вами так и справлюсь. Почему-то мои ребята не хотят мне нифига помогать, поэтому придется справляться со всем, что я вижу, именно так, как справляюсь. Тот момент, когда на тебя побежал огромный кроган. Как-то так. Ладно. Быстрое сохранение не удалось. Сейчас. Отлично. Грёбаный передатчик. Нет, это набор улучшений. Взять. Где же передатчик? А вот и передатчик. Ну, его мы можем, соответственно, только уничтожить. По крайней мере, гетты теперь сюда не сунутся. Больше вроде у них здесь... Колония крепче, чем кажется. Ничего нету. Так что часть задания мы выполнили. Атака геттов больше не предвидится. По крайней мере, координация отсюда точно не будет. Что ж, я думаю, что мы сейчас быстренько включим что-нибудь полезное и, наверное, пойдем уже заниматься более интересными делами. Какая добродушная встреча, друзья мои. Так. Отлично. Перегрев, но с этим чуваком по-другому не получится. Великолепно. Так, а у нас как раз вот здесь вот находится эта фигня. И мы, кстати, ее активировали. Я понял. То есть на обратный путь нам просто тупо не дают, короче, пройти нормально. Встречаются различного типа вражины. И вот мы включили всю воду, все. Больше вроде воды нет. Вот, Гарос нам сказал, что последний вентиль систему активировал, так что вода теперь поступает, плюс мы избавились от гетов соответственно, но... Так что угроза устранена, и мы можем возвращаться, собственно, докладывать всем о том, что воду мы включили. Собачек пока не нашли, но... В принципе, это тоже будет довольно-таки быстро исправляться. Я думаю, что в следующей серии как раз-таки мы все это дело сделаем. Ну, а на сегодняшнюю серию вполне, я думаю, хватит, потому что постреляли мы в этот раз много, поболтали много, так что в целом хорошо. Даже умудрились послушать моего соседа, правда, не знаю, слышали вы его так же хорошо, как и я, или нет. Но в любом случае, все интересно и классно. Что ж, давайте тогда на сегодня заканчивать, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Удачи, и я рад был для вас записать еще одну хорошую серию. В общем, всем спасибо, всем пока.